Ребята, всем привет, и мы продолжаем приключения нашей любимой кошечки Анжелы. Анжела, привет! Вставай-ка, солнышко, давай-ка пойдем в ванну. Вот такое вот замечательное платье с диадемой мы купили ей в прошлый раз. А теперь давай-ка, Анжела, покупаемся. Ой-ой-ой, мы видим, что ты хочешь кушать, но как же грязно и обязательно нужно покупаться, чтобы быть чистенько и свеженько, и тогда можно и приятнее будет кушать. Вот так здорово. А теперь давай помоемся. Отлично. Смотрите, ребята, как здорово, какая у нас. И очень красивая ванна. Вот такая вот здорово ванна фиолетового уровня 4. А теперь, друзья, давайте-ка почистим зубки. Анжела, мы понимаем, что ты хочешь кушать, но зуб за зубами. Здорово, чтобы не расстались, чтобы не болели, и дыхание было чистым и свежим. Вот так. Отлично, чистим. Здорово. Ох, отлично, какие беленькие, блестящие зубки. Хорошо, друзья, а теперь будем кушать. Так, у нас осталось уже только зелье, а мы для тебя давай-ка купим, Анжелочка, что-то в магазине. Итак, пойдем в магазин и купим тебе еды. Так, что же тебе вкусненького купить? Давайте купим вот молочка с пряниками, раз. Потом яблоко и кусочек арбуза, два. Круассан и вот еще какой-то сладости. Что это? Ну, шоколадку давайте возьмем. Так, вкусняшки, держи вот и колу. Отлично. И еще возьмем морепродукты. Очень любят морепродукты, и мы побалуем нашу кошечку, тоже купим ей морепродуктов. Здорово. Теперь мы покушаем. Вот, смотри. Вот устрица. Вот коты любят устрицы. Еще вот тебе крабовый или раковый хвостик. Не знаю точно, от кого это. Но... И круассанчик не забудь. И еще вот тебе шоколадка. Здорово. И это все можно запить молоком. Вот так. Да, здорово. И обязательно после еды тоже поухаживаем за зубками, смоем всякую воду, чтобы зубки в роковой полости не размножали вредоносные микробы, и чтобы даже намека не было ни на лед, ни на кариес. Да, да, именно так. А теперь, друзья, давайте-ка мы нашу Анжелочку приоденем. Зайдем в гардероб. Гардероб и что-то поменяем. А что же мы, Анжелочка, тебе поменяем? А давай-ка мы тебе поменяем, купим какое-нибудь платье. А ну-ка, или выберем другое. Так, ага, это у нас шубки. Ну, давайте вернемся к розовой шубке, а то она очень мало у нас была в розовой шубке. Да, и выберем разные какое-то другое платье. Белое, желтое, серое, черное или красное. Сложный выбор. Ну, а давайте-ка мы пока с разных платьев. Какое-нибудь платье с розами. Кстати, если выбрать его, вот это, с розами, да, то сразу надо и диадему менять цвет. Вот такой вот. То ли фиолетовый, то ли вот такой вот нежно-розовый. Хорошо. Ну, еще мы подумаем над этим. Пока попробуем платье с розами. Так, свободный наряд у нас заблокирован. Еще недостаточно уровень. Черное вечернее платье. Дальше у нас все заблокировать. Ага, вот такой вот есть прикольный уличный стиль. Кстати, ага, разные цвета. Здесь у Анжелы. Вот так, вот так. Интересно, какой наряд. Только эта прическа ей не идет. Нужно что-то поменять. Вот так, смотрите, здорово. Зеленый какой цвет. Такой ядовитый. Но другую прическу тогда нужно. То ли такая, короткие волнистые волосы, довольно-таки неплохо. То ли светлые. А вот эти волосы, наверное, к любой одежде пойдут. Очень здорово уж. И воскресная шляпка. Так, светлые волосы заблокированы у нас пока. Так, рыжие волосы на одну сторону, волосы на одну сторону.
Так, это у нас пока прическа пипи. Здорово, каштановые волосы. Хип-хоп шапка. А ну какая, кстати, она разных цветов есть. А ну-ка посмотрим, какие цвета есть. Ага, голубая, фиолетовая и красная. Ну пока пускай остается красная. Что у нас еще есть? Вот такая очень здорово прическа с модным хвостиком. Косички не нравятся. Или короткий хвостик с щелкой. Тоже разного цвета. Здорово, друзья. Хвостик, афроукладка, длинные светлые волосы. Да. Давайте-ка, друзья, оставим длинные светлые волосы, а к ним подберем или платье, или вот в таком уличном стиле оставим. Во, здорово, смотрите, здорово, какой прикольный костюм для фитнеса. А какие есть цвета? Очень здорово. Очень, друзья, мне понравился тот зеленый. Давайте на нем остановимся. Вот так. Очень здорово. Хорошо. А ну-ка посмотрим, как это все дело смотрится. Смотрите, как здорово, друзья, смотрится это в саду у Анжелы. А в ванной? И в ванной даже очень неплохо. И вот так спальня выглядит. Очень, даже очень здорово. Ну а теперь давайте-ка мы с нашей Анжелочкой пойдем и поиграем в какие-то интересные игры. Во что, Анжела, будем играть? А поиграем-ка мы с нашей Анжелочкой в игру «Разбей кирпичи». Так, здорово, начнем. Попробуй сегодня побить уровень. Рекорд. Да-да-да, вот так. И еще 3 шарика, хорошо. Вот так, да-да-да-да. И еще вот так. Отлично. И еще вот так. Ой-ой-ой-ой, сколько шаров. Да, это что-то. Так, к сожалению, один шар упустили. Ничего. И еще вот так. Смотрите, здорово, как мы управляемся двумя шарами. И еще вот так. Да, здорово. Очень хорошо. Так, 6-й уровень. Отлично. Продолжаем, друзья. К сожалению, один шар остался, но ничего. Это хорошо. Так, у нас есть 7-й уровень и еще 3 жизни. Здорово. Очень хорошо идет. Друзья, вот, здорово. Вот, и еще вот так. Ай, совсем. Упустил шарик, но ничего. Итак, 9-й уровень. Здорово, друзья, здорово. Хорошо. Разбиваем. Отлично, хорошо. Так, 10-й уровень. Здорово. Продолжаем игру. И еще вот так, да, здорово. Хорошо, отлично. Разбиваем. Вот так. Да, вот, здорово, отлично. Еще вот так, хорошо. Вот. Следующий уровень. Вот так, да. Вот, это кто-то. Вот так, следующий уровень. Вот так, еще, вот. Ай. Вот, погнался за множество шаров. И чуть не пустил вот этот шарик, основной. Ничего, друзья, продолжаем. Хорошо. Отлично. Еще вот так. Да. Здорово. Отлично. И еще вот так. Хорошо. Вот. Отлично. Так, продолжаем, друзья. Хорошо. И еще вот так. Отлично. Хорошо, здорово. Вот следующий уровень, 15-й. Да, здорово. Ой. Как я мог упустить вот этот шар? Но тем не менее упустил, и мы продолжаем игру. Хорошо, разбиваем. И вот так. Хорошо, отлично. И еще вот так. Здорово. Следующий. Ой, уровень 16. Чуть не упустили шарик. Отлично. Еще вот так. Да. Здорово. Хорошо. Разбиваем. Отлично. И еще вот так. Да. Здорово. Так. Отлично. Еще вот так. Вот. Здорово. К сожалению, упустили остальные шары, но не только. Так всегда, друзья, расслабился и упустил шарик. Ничего. И мы продолжаем игру. Отлично. И еще вот так. Хорошо. Здорово. Отлично. Так, нужна жизнь. Пробуем ее найти.
разбить в каком-нибудь кирпичике. Вот, здорово. Нашли пистолет. Так. Хорошо. Отлично. Еще вот так. Вот. Здорово. Разбиваем. Отлично. Еще вот так. Хорошо. И вот так. Здорово. Отлично. Вот. Да. Отлично. Еще вот так. Очень здорово. Отлично. Следующий уровень 19. Хорошо. Отлично. Разбиваем. Вот так. Очень здорово. Хорошо. Разбиваем. Ой. Как это так получилось, непонятно. Ну ничего. Итак, друзья, 71 золотой заработан. Очень неплохой результат. И посмотрим дальше, что же нам еще с тобой, Анжелочкой, поиграйте. Да, давайте-ка мы с ней сыграем, подзаработаем ей еще денежек в игре соединения. Вот так. Так, здорово, ребята. Соединяем голубой, желтый и салатовый. Отлично. Бежевый, синий, голубой и желтый. Здорово. Красный, голубой, синий и бирюзовый. Отлично. Синий, зеленый, салатовый, голубой и желтый. Отлично. И еще вот так, друзья. Хорошо. Желтый, голубой, синий, салатовый и красный. Отлично. И еще вот так, друзья. Зеленый и голубой. Отлично. Зеленый, салатовый, бирюзовый, красный и синий. Отлично. Голубой, зеленый, фиолетовый, красный, голубой. Отлично. Красный. Зеленый, красный, фиолетовый, голубой и бирюзовый. Отлично. Так, что здесь мы можем придумать? Давайте-ка, друзья, попробуем вот такую вот комбинацию. И она у нас была, получилась. Отлично, продолжаем. Голубой, розовый, желтый и красный. Отлично, все здорово получилось. Зеленый, желтый, розовый, голубой и красный. Отлично. Следующую комбинацию попробуем, кому, друзья, вот такую. И она у нас сошлась. Отлично. Итак, фиолетовое соединение, синее, розовое, зеленое и желтое соединение. Здорово. Фиолетовое, синее, зеленое и розовое соединение. У нас здорово все получилось. Отлично, друзья. И мы продолжаем. Вот такое вот замечательное соединение. Итак, следующую комбинацию мы попробуем вот такую. И здорово все получилось. Отлично. И еще желтое соединение. Вот так. Итак, продолжаем. Фиолетовый, зеленый, розовый и голубой. Отлично. Итак, что здесь мы можем придумать? Давайте-ка попробуем-ка сначала вот такую комбинацию, потом вот так. Да, друзья, все здорово получилось. Отлично. Итак, следующее соединение. Попробуем-ка мы, друзья, вот такую вот комбинацию. И она у нас тоже сошлась. Отлично. Розовый, зеленый, голубой, салатовый, фиолетовый и синий. Здорово. Итак, следующая комбинация, она будет вот такая. Здорово. Голубой, красный и синий. Отлично. Желтый, зеленый, розовый. Нет, что-то, друзья, не так. Вот так мы попробуем. Да, здорово. И все у нас получилось. Отлично. Итак. Синяя комбинация, фиолетовая, желтая, розовая, зеленая и голубая. Отлично. Голубая, зеленая. Нет, что-то не так. Вот так. Нет, что-то не так, друзья, что-то не так. Вот. Вот так попробуем. Да. Вот. Здорово, все понятно. Да, здорово, все получилось. Так, следующая комбинация соединений. Попробуем-ка мы вот так проделать. Здорово. И у нас все отлично, друзья, получилось. Хорошо. Так, зеленые соединения, салатовые. Вот такое голубое, розовое, синие и салатовые. Да, здорово, отлично. Так, следующее соединение. Попробуем-ка мы, друзья, вот такую вот комбинацию. И что у нас получилось? Да, у нас все здорово получилось. Итак, очень быстро сделать вот такую комбинацию соединений. И да, здорово все получилось. Итак, продолжаем. Фиолетовые, красные, салатовые, желтые и розовые. Отлично. Красные соединения,
желтый, салатовый, фиолетовый и голубой. Отлично. Итак, следующее соединение. Красное, фиолетовое, голубое, розовое и бирюзовое. Отлично. Так, зеленый, фиолетовый, красный, зеленый и голубой. Отлично, здорово. Так, что здесь мы можем придумать? Желтое, красное, салатовое, зеленое и вот такой голубой. Отлично. А еще здесь вот такую вот комбинацию можно придумать. Попробуем, как у нас все здорово, друзья, получилось. Зеленый, розовый. А ну-ка, друзья, давайте-ка попробуем вот такую вот комбинацию. Фиолетовый, желтый. Нет, что-то, друзья, не так. Что-то не так. Только вот так. Ну, попробуем-ка. Вот, уже понял, что нужно было делать. И, к сожалению, здесь очень неплохой результат. 162 золотых мы заработали нашей кошечке. А теперь мы с нашей кошечкой поиграем в интересную игру в жилейки. Так, вот такая игра. Нужно сложить в комбинации, чтобы выбить вот эту плохую черную жилейку. Вот так попробуем, друзья. Делать вот такую громадную супер жилейку. Вот так. Ага, вот что нужно было придумать. Нет, вот что можно придумать. Так, здорово. Получилось. Итак, второй раунд. И у нас есть вот такой вот замечательный ход. Вот. Да, здорово. И еще. Вот такой вот замечательный ход. Отлично. И еще вот так. Очень хорошо. Так, а вот теперь ходу-то и нету. Поэтому сейчас мы попробуем вот такую вот комбинацию. Да. Хорошо. Что здесь мы будем предпринять? Что же пока ничего. Так, ждем, друзья. Что же мы можем придумать? Мы попробуем-ка вот такую вот комбинацию. Может что-то изменится. Пока ничего не изменилось. Хотя вот здесь, друзья, вот такой вот замечательный ход. Отлично. И еще вот такая вот замечательная комбинация. Отлично. И теперь еще вот так. Здорово. И еще вот так. Отлично. Так, последняя комбинация. И как назло, ничего не получается. Так, что же мы можем здесь предпринять? Что же мы можем предпринять? Ну, пока я уберу сейчас вот эту. Вот, да, здорово. Все, здорово получилось. Итак, третий раунд. Давайте-ка сделаем вот такую вот родовую комбинацию. Ага. А сейчас смотрите, какая вот забавная голубая. Отлично. С одной жилейкой мы справились. А теперь вот такую вот комбинацию. Отлично. Очень хорошо. И еще вот так вот. Вот. Да, здорово. Так, что здесь мы можем теперь? Ага, вот, так. Да, отлично. И еще, что мы можем сделать? Так, вот как раз хорошего хода и нету. Ну тогда давайте сверху вот так попробуем. Отлично. Что еще мы можем придумать? Ну пока вот так давайте. Хорошо. Вот, здорово. Теперь мы можем убрать одну. Вторую. Ну и пока с этим все, ребята. Больше ничего не можем сделать. Мы можем подвинуть пока вот так как-то. Ничего не дало нам.
Ну, давайте вот так вот подвижем. Отлично. И теперь, друзья, попробуем кому вот такую вот комбинацию. Да, здорово. Но это не решило проблемы. Не решило проблемы. Что же здесь? Ну, как вот мы попадаем вот так. Хорошо. Итак, следующая комбинация. Мы можем придумать вот такую вот. Смотрим, вот так вот. Вот так. Но опять же, пока ничего только мы не сделали. Ага. Ну вот так мы можем прикинуть. Отлично. Хорошо. И одной розовой нам не хватает. Ну давайте пока вот так как-то попробуем. Хорошо. И еще. А ну-ка вот так. Ну-ка вот так. Да, попробуем подвигать. Хорошо. И еще непонятно, что мы делаем. Пока вот так попробуем. Вот, и та жилейка, что мы могли сделать, вот как раз и взорвалась. Еще вот, пока вот так. Вот, получилось, друзья, отлично. Так, следующий раунд, четвертый. Что мы можем придумать? Придумаем вот такую вот комбинацию. Не будем мы пока делать вот это. Это пока вот так. И еще вот так. Да, здорово. И еще что мы можем придумать? Что мы можем придумать? Вот так как-то. Вот. Ну, как-то так. Хорошо, следующая комбинация у нас будет вот такая вот. Очень здорово. Так, и следующая комбинация у нас будет вот такая. Отлично. И еще вот так. Очень хорошо. Так, что здесь мы можем придумать? Пока вот так. Здорово. И еще. Еще что мы можем придумать? Пока вот такая комбинация. Отлично. И еще вот так. Здорово. И теперь... Ой, что же я наделал? Ну ничего, друзья, сейчас мы справимся хорошо. Отлично, а теперь вот так. Здорово. И еще что мы можем придумать? Давайте вот такую вот комбинацию. Отлично. И еще. Как-то вот так. Вот, здорово, друзья, что мы можем сделать. Давайте попробуем. Отлично. Еще. Ну, пока как бы все. Ну, вот так попробуем. Хорошо. И еще вот такой приходный ход. Отлично. И еще вот так. Так, здорово. Следующий ход у нас будет вот такой вот. Отлично. И еще вот так. Да, здорово, получилось. Итак, пятый раунд. Пятый раунд, и мы можем здесь попробовать вот такой вот ход. Отлично. И еще. Что-то подобное вижу. А, вот такой у нас есть. Еще вот так. Отлично. Еще вот так. Здорово. Итак, следующий ход у нас будет вот такой. Теперь вот так. Отлично. И еще вот так. Замечательно. Так, а теперь мы можем вот такую вот комбинацию испробовать. И еще вот такую вот. Отлично. Хорошо. Так, вот теперь мы поможем вот так вот поделать. Здорово. И еще вот такую вот комбинацию. Ничего, друзья. Итак, продолжаем. Вот. Очень хорошо. И еще. Что мы можем придумать? Вот так как-то. Вот так. Ой. Что-то неудачно получилось. Ну,
Значит, не получилось. Хотел одно, получилось другое. Хорошо, пусть так, пока проверяем зеленое. Так, следующая комбинация. Вот. Здорово. И еще вот так. Отлично. Итак, розовая вот комбинация у нас получится вот такая. Очень хорошо. И еще вот так. Здорово. А теперь попробуем вот такую вот комбинацию. Отлично. И у нас, к сожалению, закончились ходы. Итак, посмотрим, что же мы заработали в этой игре. Всего 48 золотых, но ничего, неплохой результат. Итак, что у нас есть для нашей Анжелочки? Хорошо, о, здорово. Итак, мы заработали 3503 золотых. И, возможно, давайте подкупим нашей Анжелочке какие-то новые очки или еще что-то интересненькое. Итак, зайдем в гардероб. Уже скопили немножко деньжат. Так, очки-сердечки у нас есть. Смотрите, как здорово идут к нашей вот этой костюмчику для фитнеса. Кстати, очки можно менять разных цветов, но вот этот зеленый как бы там наилучше подходит к ее форме. Здорово. А что еще? Какие еще есть очки? Давайте посмотрим. Прикольные очки. Летние. Шикарные. Очки-бабочки. Очки Хистера, очки кошачий глаз. А ну-ка, зеленых нет? Есть, но какие-то они странные. Так, ну давайте посмотрим дальше. Ага, очки-сердечки. Ну, в принципе, возможно, что и лучше без очков. Хотя вот эти прикольные очки довольно-таки симпатичные. А ну-ка, давайте-ка мы, друзья, их купим. Вот так здорово. А ну-ка, попробуем поменять цвет. Голубые. Розовые, желтые, серые, темные. Жаль, зеленых нет. Но вот эти розовые довольно-таки неплохо смотрятся. Ну и вот эти темные довольно-таки тоже неплохо. Да, здорово, здорово, ребята. Хорошо, давайте оставим первые пока. Вот так, здорово. И на этом, друзья, будем прощаться с нашей Анжелочкой. Так, пусть идет. Хорошая девочка, хорошая. Да, очень красиво. Хорошая девочка. Устала уже немножко. Ну ничего, сейчас мы тебя уложим отдыхать. Хорошая, хорошая, хорошая. Не хочет гладить, не хочет мурхать, потому что устала. Итак, давайте положим ее отдыхать. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Yeah.